Доброе, доброе утро. Доброе утро всем. Всем доброго утречка, мои золотые. А тут кто пожелает доброго утречка? Самый неугомонный зверь на свете в нашем доме. Все успевает. И позаоровать, и всех достать, и полаять, и поиграть. Донечка, красотулька, как твои малыши? Ведь слышала, ночью ты их кормила, зайка наша. Да, кормила ты их, кормила, умничка наш. Там Буся что-то ищет, и ей любопытно, да? Что он там ищет? Собакин доставакин такой. А эти наеты и спят. Вы наеты и спите, да? Доброе утро! Скажи миру доброе утро! Уже бегают такие ползуночки, ползают. Ой, какой позевуль-то хороший! Какой хороший маленький позевульчик! Ой, красотулькин. Ай, позевуль, позевулечный. Маленький позевуль вам желает доброго утречка. А тут какой взгляд. Какой взгляд. Донечка спокойно, ну взяли и взяли. А это волнуется прям. А девчоночка, как вам скажет, доброе утречка. Всем доброго, доброго утречка тоже девочка говорит. Ой, мамочка пришла проверить, да. Все, все, кладу детеныша обратно. Ну, а тут утренние возюкалки. Кто возюкалка такая? Маленькая возюкалка. А Денечка говорит, давай гладь меня. Ой, у тебя ротик чуть-чуть в молочке. Как говорится, еще молоко на губах не обсохло, да? Золотая зайка. Попила молочка, сейчас, значит, скоро кормить их уже пойдет. А эти довольно взрослые мячиков положили. Игрушками своими делятся, да? Своими игрушками поделились с малышами. Да, вот, вот они делятся игрушками своими. Ну, а мы вам всем желаем доброго утра, хорошего настроения и, самое главное, замечательного денечка. Всем всего хорошего. Всем пока-пока.